Ну, ты кофе свети. Ну, ничего, я сейчас просто на автобусе только что приехал. Я просто не той стороны зашел. Я тут думал, вот теперь пассажир приехал. Отлично. Ты сейчас сама поедешь, да? Ну да. Да, я хочу. Сейчас по-быстрому только. А, ты по-быстрому? Ну да. А я думал, сейчас тебя на чаек пригласить. Да нет, нет. Мне уже надо так опаздывать, если честно. Да, ты и так опаздываешь. Ну да. Слушай, там этот 12 этаж, друзьями дед заселил у меня. Чего говоришь? Ты друзьями деда у меня заселил. А, ясно. Там, если выйдут. Да я не думаю, ладно, считайте потише. Так, приехали сейчас. Вот тут дверь. Я знаю. Осторожно. Сейчас. Ну да, тебе ничего не видно здесь, пойдем. У меня просто такая сила. Я позабываю это, да? Вызову тогда. Сейчас я отправлю вниз. А ты что, будешь на тус пассажирки? Да. Я почему я отправил? Слышу вот эти звуки, так как сон. Это, как говорил Слава, это одно звуки П вашего помещения. Это машина помещения, да. Вот сейчас начнемся. А, он уже приехал. Ну что, давай вниз, на первый? Давай. Поехали. Я смотрю, у тебя тут перекрашивали, что ли? А у меня тут перекрашивали лифт. Так, потому что, опа. Видишь, тут все разрисовывали у меня. Я понял. Ух ты, слушай, вот это что-то такое новое упало. Это я, пожалуй, заберу, слушай. А, ну ладно, давай. Раз ты более выпало, смотри. Ну ты видел, что выпало сейчас? Светильники тут такие ребристые. Я знаю. Вот, смотри, что выпало. Да, монетка. Почему-то я не знаю, с какого-то стороны даже, поэтому нет, я, пожалуй, заберу сейчас. И мне сейчас надо просто в компашный клуб ехать, а то... Ну поехали, у нас тем более ты еще сам опаздываешь. Тем более еще меня мама прибьет, если не смогу. Ладно. Знаешь, что я с тобой встречаюсь. Я понял. Вот такие у них этажики. Ну ты такие смотрел вроде. Я уже видел, да, так. Пошли.